сегодня у нас обзор iPhone 8 Plus. Как вы знаете, iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus отличаются от обычных семерки и восьмерки только двумя вещами. Это диагональ экрана 5,5 дюйма против 4,7. А также камера. 8 Plus камера сдвоенная, а в семерке обычная. В этом и есть главное отличие этих телефонов. iPhone – это самая популярная камера в мире по официальной статистике. А благодаря 8 Plus эта камера стала еще популярнее. Процессор A11 Bionic. Процессор компании Apple. Он позволяет себе делать то, что не позволяет делать себе другие iPhone. И выглядит это действительно потрясающе. Варианты по памяти 64 и 256. Дисплей тот же самый, но 8 Plus больше диагональ, как я уже говорила, и больше разрешения. Давайте попробуем их на ощупь. Стекло лучше лежит в руке, не то что алюминий. Седьмой поскальзывает немного в руках, а стекло как будто прилипает. Корпус красивый, стильный и очень классный. 8 Plus, как и семерка, тоже не боится воды и пыли. Но самое-самое интересное, конечно, для всех, это камера. Здесь новая матрица, она больше, быстрее, новые цветофильтры и более глубокие пиксели. Самое главное улучшение здесь – это обновленный режим портрет. И еще появились новые возможности. Первое – съемка видео в 4К, 60 кадров в секунду. Во время съемки присутствует стабилизатор. То есть, когда снимаешь что-то, изображение не трясется, а делается все плавно. И это очень круто и нужная вещь для блогера. И наконец-то камера iPhone научилась снимать слоумо 240 кадров в секунду. Итак, давайте смотреть. И сейчас мы будем делать фото и снимать видео и смотреть разницу. А сейчас я вам покажу, как со старого iPhone перебросить информацию на новый.